Я хотел бы вам сказать, что мы понимаем, как тяжело ваше сердце сегодня. Нет слов, чтобы передать вам ту огромную скорбь. Практическое выполнение вот вопросов, военных вопросов, это уже идет и это уже имеет место на практике. И объявлен днем национального траура. Во всем населенном пункте об этом сообщено. Все люди на местах посещают кладбище погибших, умерших в результате войны. Сегодня мы действительно согласовали, совместная делегация будет на кладбище. Вся остальная информация по ходу переговоров, она будет, как мы и договорились, через совместные коммуники, которые будут к концу рабочего дня. Спасибо.